игроки Барыса поехали на смену. Один игрок остался, пытался убежать в средней зоне. Там вариантов... Ух ты! Какой слалом великолепный! Да, Зернов на такой паузе, да, убрал шайбу. Пока Локомотив, Егор Качков. Уходит от Туркова. Здесь Дарин Диц подъехал и... Игра высоко поднятых люшек, но сдвинулся ровно до конца. Пять смен и столько же смен во втором. Кузьмина, ЦСКА и, пожалуйста, гол. Афанасьев отправляет шайбу в ворота. И это первый гол для... Первый период с преимуществом играл «Трактор», и второй играет с преимуществом. Вот классно все! И блестящая комбинация! Шайба в ворота! Томаш Гика низом! Не сильно, но... Ну что здесь? Ух ты, Кадейкин выцарапает. Здорово, корпус поставил, передача, Кугрышев, бросок, гол! Салават Юлаев выходит вперед, великолепная атака. Кадетин, конечно, там что-то такое. Кадетин иногда такие вещи делает, просто какие-то невероятные. Спартак с большим акцентом на оборону. Голдобин, бросок, Кудочек, нет, не вытащил, 1-0. ЦСКА открывает счет, Николай Голдобин по центру, как это делал в сегодняшней встрече Александр Попов. Но тогда Гудочек выручил, и сейчас Юлиус эту шайбу зацепил. Но этого касания... Вступает в единоборстве, но его партнеры исправляют. Выход по краю, и шайба залетает в ворота. Береглазов ничего не мог противопоставить Полунину. 2-0. Александр Полунин очень здорово сыграл в предыдущем моменте, когда выиграл борьбу у Каски, но там... Начинал свой путь в КХЛ, выступая несколько сезонов именно за Новосибирскую Сибирь. И момент – это гол! Шайба в воротах, передача на пустые ворота. И тут, как говорится, без шансов. Отыгран был Галимов. И шайбу забрасывает Пека Йормака. Быстрая атака получилась у Сибири. Гробовая тишина, понятно. А вот очень хороший момент. Денфор. Денфор паузу держит и забивает 1-0. Шикарный момент, бросает из средней зоны Каспер Сдаугавин шайбу в зону атаки. Причем, я так понимаю, это изначально такая вот договоренность была. Увидел, что Денфорд может... Так, а здесь Горбунов. Горбунов обыграл одного, второго, гол Горбунов. Вау, ничего себе! Роман Горбунов! И Минская «Динамо» одерживает победу.